Выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин» откроется в музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина в Больших Веземах 10 декабря. На ней будут представлены более 100 уникальных экспонатов из Государственного музея-заповедника Есенина, расположенного на родине поэта в селе Константиново. Посетители смогут увидеть прижизненные издания поэта и рукописи его произведений, живописные и графические работы рязанских авторов, оригинальные фотографии разных лет, начиная с 1909 и заканчивая 1925 годом. Вход свободный для всех желающих.